Синему гору, весовой категории 61 килограмм, роста 73 сантиметра. Ему 23 года. Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по боксу, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Азии по грэпплингу. Представляет бойцовский клуб «Ахмат». Тренер Бекзот Джиянов. Встречаем. Юлдашев Шахзов! И его соперник в красном углу, боец весовой категории 61 килограмм, роста 72 сантиметра, ему 22 года, профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи, мастер спорта по боям без правил, чемпион Азии по боям без правил, представляет бойцовский клуб ОШ МПУ, тренер Маткеримов Нурбек Кудайберди Улу Санджар. СНБУ Баяма! Бойцы на середину. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Videoni davom ettirishdan oldin videomiz homiysi bir ekspertni tavsiya qilmoqchiman. Bu yerda siz o'zingiz ishongan sportchingizga va jamoangizga pul tikish orqali o'z mablag'laringizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun pastdagi omad silkasi orqali yangitdan ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 100%lik bonusga ega bo'ling. Hammaga omad do'stlar.
Закончился первый раунд. Красный угол, 2 секунданта. Thank you.
Закончился второй раунд. Бойцы показывают очень интересный бой. Поддержим бойцов. Третий раунд. Решающий раунд. Thank you.
Бой окончен. Аплодисменты бойцам. Сейчас будет дисквалификация. Со счетом 2-1 победу одержал Юлдашев Шарзон!